Деликатесы к новогоднему столу будет исполнено. По наводке бабы Раи мы заглянули на Комаровский рынок и нашли все самое вкусное для вашего праздничного застолья. Несмотря на снежную погоду, на Комаровском рынке лето. Можно найти свежую зелень, экзотические фрукты и даже арбузы. Выбор богат на морепродукты, мясную продукцию и, конечно же, съедобные подарки на Новый год. Набор для галентвейн. Тут в состав входит бадьян, кардамон, корица, розовый перец, барбарис, гвоздика. Соки можно еще варить, можно. И сухом красное вино можно еще. Ну вот это у нас идет грамм 35. Это хватает на 1,5 литра для галентвейн набора. Хватает, да. Это очень полезно. Вот это такая погода надо, чтобы не заболеть. Надо, сейчас такой погода надо пить его, да. Ну, стоит 5 рублей. Напоминаем, что все еще проходит конкурс на Комаровском рынке. Всего лишь сделая фото с продавцом, можно выиграть по 23 килограмма сала, овощей и фруктов. У нас имеется сыр горгонзола бразильская, очень вкусная будет с плесенью. Также появился дорблю. Из твердых сыров есть пармезан бразильский. Приехала Аргентина с черным перцем. Можно посоветовать вам итальянская у нас бакалея, вся на развес. Оливочки, маслины, перчики. По рыбной консервации у нас, допустим, икра, тунец и печень трески. Пряники имбирные, сделанные с качественными специями. Корица, кардамон, мускатный орех, всего по чуть-чуть там. Вот со сливочным маслом. Все вкусное, все сладенькое, все сдобное, праздничное, дающее такое хорошее настроение. Игрушечки вот такие можно на елочку повесить. Вот. Это можно пряничек самому ребенку разукрасить. То есть здесь вот небольшое количество красителей есть. И ребенок с удовольствием это все делает. Ему тоже интересно поучаствовать. Уже наступило время закупаться к праздничному столу. Из Комаровки вы точно не уйдете с пустыми руками. Каролина Прокофьева, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».